о том, кто и зачем сбил малазийский самолет и что это вообще был за самолет, я не знаю. Я понимаю одно. Ни России, ни Донбассу это не нужно. А нужно это Киеву, который, говоря открытым текстом, проигрывает войну своему собственному народу. Проигрывает сегодня, в ближайшей и в долгосрочной перспективе. 16 июля киевская власть вместе со своей нацгвардией, слепленной из того, что было, уже стояла на краю пропасти. Стояла и гадала, куда пойдет народно-освободительная армия из Донецка. На Харьков, на Одессу или без остановок на Киев. И вдруг 17 июля на территории Донецкой Народной Республики падает самолет. И звучит команда «Стоп! Воевать нельзя!» Воевать нельзя до тех пор, пока весь мир и мы с вами не узнаем всю правду об авиакатастрофе над Донецкой Народной Республикой. И у Киева появилось несколько дней для передышки. Несколько бесценных дней. Я уверен, если к расследованию катастрофы допустят независимых специалистов, мы с вами узнаем, что именно Киев спланировал свой очередной кошмар с сотнями человеческих жертв. Но сегодня я хочу сказать о другом. О другом уровне, уже не киевского, а мирового цинизма. Полгода на Украине расстреливают, сжигают, бомбят мирных жителей. Только за то, что они осмелились обратиться к власти с просьбой о референдуме. И ведь попросили-то о том, о чем имели право попросить. Им ответили пулями, коктейлями Молотова, пушками, авиаударами. Счет погибших идет на тысячи. И вот убили мирных голландцев, австралийцев и, кажется, американцев. Мир замер, замер и подумал, не как Третья мировая. Потом выяснилось, что только голландцев и австралийцев, а с американцами ошибочка вышла. Мир выдохнул, но вдохнуть пока не может. Голландцы и австралийцы тоже ведь не луганчане. Вот о чем говорить с этим миром? Не о чем говорить. Да и незачем. А нам нужен совсем другой мир. Мир, у которого есть сердце. Нам нужен русский мир. Скажите, немцы, французы, итальянцы, голландцы, испанцы, австралийцы, американцы, вы так же, как и ваше правительство, считаете, что нам лучше умереть? Это вопрос к вам, единственный и, возможно, последний. Мы, русские, скажем вам, никого нельзя убивать. Мы все равны перед Богом. Да воскреснет Бог! Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и в веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силою на тебе пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, в ад сшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе, крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.